За что убили няню детей, ты так и не рассказал. За то, что он не справился с... Нет, превышение полномочий няни там было. Он хорошенько так превысил те полномочия, которые ему были даны. Судя по последним фотографиям, Чимаев уже держит за ручку ту самую дверь, которая стоила жизни Идилову и Барсу. Но я был, конечно, разочарован позицией Украины как государства, их политических элит, тем, как повел себя Зеленский в этой ситуации, как в целом украинское государство свою позицию обозначило. Это, конечно, сильно разочаровало. И я вот этого я реально не ожидал. Я не думал, что Украина как государство, она выступит на стороне оккупанта в другом конфликте, причем это сделает так рьяно. Кто проводят ли в Чечне с детьми беседы о том, смотрят ли их родители тебя или им уже не до тебя? У них бывают такие моменты, когда что-то там, допустим, становится, какая-то тема, повестка становится актуальна, они начинают такие вещи делать. Но это происходит не всегда, не на постоянной основе, понимаете? То есть это каждый раз там по школам эти проверки они, конечно, не проводят. Но в какой-то момент, вот сейчас, например, Кадыров посмотрит, что-то там ему не понравится, что я ему напомнил, как он испугался Ямадаевых. Вот он отдаст там какие-то приказы, и те начнут шерстить. Потом поднадоест, они перестанут. Потом, если опять станет эта тема актуальна, опять начнут. Тумсо, ты заметил, что у нас многие топят за Палестину, все такое, но о наших убитых 300 тысяч мирных жителей ни слова. Ну, то, что у нас топят за Палестину, это нормально. То, что мусульмане болеют за мусульман, переживают, делают дуа за мусульман, это нормально. Другое дело, абсолютно нелогично и как-то парадоксально, когда кадыровцы топят за палестинцев. Вот это да, это какой-то диссонанс, конечно. Потому что кадыровцы — это вот ровно такие же арабы-палестинцы, которые в рядах израильской армии находятся. Там есть такие. Это вот точный прототип кадыровцев. И вообще, это, знаете, это на такой слом логики. Если с любым из них сесть и поговорить об этом, просто попытаться понять, как он мыслит, то у него 100% вся его концепция, она сломается. Он не сможет объяснить, почему здесь он российский полицейский, там российский чиновник, а там он за это критикует. Они ведь критикуют арабов, которые в израильской армии там, против палестинцев воюют. Против Хамаса даже воюют, они же их критикуют. Но при этом сами они делают и делали то же самое. Они вообще первопроходцы в этой теме. Аноним. Во скольких людях, которые были против Кадырова и Путина, ты разочаровался, когда началась война в Палестине? Некоторые, кто против войны, оказались не против, если воюет Израиль. Да, это правда. Многие расчехлили свое двойное дно. Я не знаю, можно ли это назвать разочарованием. В принципе, у меня я и не был многими из них как-то очарован. Мне была понятна их как бы их сущность. Если мы будем говорить там про отдельные телевидения, каких-то там журналистов, то я бы не сказал, что я как-то сильно удивлен там или разочарован. Но я был, конечно, разочарован позиции Украины как государства, их политических элит, тем, как повел себя Зеленский в этой ситуации, как в целом украинское государство свою позицию обозначило. Это, конечно, сильно разочаровало. И я вот этого я реально не ожидал. Я не думал, что Украина как государство в ситуации, где она борется именно с оккупантами, с оккупацией, что она выступит на стороне оккупанта в другом конфликте, причем это сделает так рьяно. Этого я, конечно, не ожидал, и это очень сильно разочаровало, безусловно. А что касается отдельных каких-то людей, журналистов, там, тем более тех, кто в своей основе
как правило, в 95% они являются все этническими евреями. И удивляться тому, что они поддерживают еврейское государство. Ну, потому что это иммигрант в Швеции, если в самом деле какая-то угроза государственности Швеции от мусульманских мигрантов, или это лишь пропаганда правых медиа? Это стопроцентная пропаганда правых медиа, если такая ведется, я, честно говоря, не в курсе. Но если кто-то говорит, что здесь какая-то угроза есть от мусульманских мигрантов государственному строю Швеции, это стопроцентная пропаганда. В чем она выражается, эта угроза? Что могут эти мусульмане сделать? Как они могут повлиять на государственный строй? Да нет, это чушь собачья. Но пропаганда из разряда «Великобритания уже пала». Пример индиец, мэр Лондона, пакистанец. Они уже нами управляют, это люди другой культуры, а еще на дотациях и не работают. Ну, это же вообще какая-то низкопробная пропаганда. Ну, те, кто в Великобритании находятся там на этих постах, о которых ты говоришь, ну, это граждане Великобритании. Какая разница, кто они там по происхождению? Они граждане Великобритании. В Соединенных Штатах Америки тоже люди из разных. Вон, ирландец может быть президентом и был президентом. Кеннеди, например, был ирландец. Что теперь? Ирландцы стали... Америка стала Ирландией, что ли. Да? Короче, я вообще не хочу это комментировать. Это настолько низкопробная пропаганда. Судя по последним фотографиям, Чимаев уже держит за ручку ту самую дверь, которая стоила жизни Идилову и Барсу. Да, не ту дверь, не за... За ручку не той двери он взялся. Очень опасная дверь, опасная ручка. Абхаз, вечер добрый. Тумсо, можете меня поздравить? Я на прошлых выходных официально женился. Хорошего вам эфира. Абхаз, мы тебя поздравляем, но я думаю, Ипон тебя отдельно поздравит, потому что это ваша тема. Абхаз, если... Ипон, точнее. Абхаз, если начнете... отдаляться друг от друга, то берите кредит, беда сближает. У Япона реально есть советы.